Когда я бываю в Питере, не так часто. Первое, куда я иду, это в Русский музей. Сейчас мы идем туда, ну, потому что там висит фешен, потому что там выставка сейчас Репина, и она не пересекается, как мне ребята сказали, с той выставкой, которая была в Москве. Так что идем посмотреть шедевры. Его
Thank you.